Строительство этого объекта было начато несколько лет назад без разрешительных документов, как трехэтажного домовладения. В прошлом году строительство заморозили. Через суд было признано право собственности. На сегодняшний день, вы видите, ведется строительство конструкции четвертого этажа. Со слов рабочих и прораба, значит, планируют строительство 14-этажного жилого дома. Разрешительных документов на это строительство у застройщиков нет. Строительство ведется незаконно. Возведение четвертого этажа на улице Волжская, 32, сегодня было остановлено полицейскими и отделом миграции. Управление муниципального земельного контроля назначена проверка, после которой пакет документов передадут в суд. Что касается рабочих, которые вели здесь строительство, то вопросом законности их пребывания на территории России занимается полиция. В настоящий момент ведется проверка документов иностранных граждан, которые осуществляют здесь работу на объекте. Их дальнейшая судьба будет определена позже. Что же касается застройщика, то по закону на юридическое лицо за незаконное привлечение иностранных рабочих выписывается штраф в размере 400 тысяч рублей за каждого работника, а их здесь порядка 55 человек. Если будет установлено, что в России они находятся нелегально, то их депортируют. Позиция же городской власти – снести этот незаконный объект. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.